ожидала, что это будет так впечатляюще. Я первый раз на таком концерте, я в полном восторге. Это настолько выворачивает твою душу, выворачивает все наружу, все твои эмоции, чувства. И ты просто слушаешь и действительно проживаешь эмоции, и у тебя в голове возникают какие-то из жизни ситуации, и ты прямо их проживаешь. Я, если честно, на одной симфонии еле слезы сдержала. Вы не сказали, что это молодежный оркестр, то так бы и не казалось. Очень они сыграны, несмотря на то, что молодой коллектив достаточно. И приятно молодые лица видеть, ведь бывает, это очень редко. Так здорово, что такой оркестр в Иркутске, что есть возможность его увидеть. Они смелые, они очень броские, они с энтузиазмом. Видно, что каждый болеет вот своим делом, своим мастерством. Это действительно настоящее, не то что искусство, это какой-то божий дар.